Не надо, Зеля. Апа. Давай. Зеленому. Ну и тому заодно. На, и пойдем. Пусть мы маленькие идем. Почему? Ну, у меня тут все дети такие. Да нет? Пойдем. Сейчас еще один. Орешек уронил. Да, то есть просто пожевать. Не сесть, а пожевать. Обалденные! Синие-синие попугаи. Я таких еще в жизни никогда не видела. А какие общительные. Идет направление птиц Южной Америки. Она показывает обалденных красавчиков. Только я не прочитала, как они называются. Акробаты. А синенький заснул на второй ветке. Красота! Может, еще раз так? Да, без согласия. Давай. Сейчас он скушает, а второй сидит и ничего, по-моему, не ест. У него там есть еда. О, бабушка. Удивительно встретить соотечественников так далеко. Да. Вот, вот. Да, да. Давай. Нет, нет. А не страшно с таким огромным клювом? Нет, он не цапает. Угу. Ну давай. Ну что ж, никак. И хочется, и колется. А почему он боится ниже опуститься? Опа. Ну нет. Ладно. Настюшка, папарацци. Вот так вот. Пойдем.